В настоящее время, когда так остро стоит вопрос о сохранении окружающей среды, возрастает значимость экологической культуры и экологической осознанности каждого человека. Это актуально и для компаний, ориентированных на устойчивое развитие и социальную ответственность как базовые принципы деятельности. Безопасное и комфортное с точки зрения экологии условия жизни – это цель, которая будет достигнута при изменении отношения, казалось бы, простым вещам на всех уровнях. От организации сложного производственного процесса до личного поведения. Экология начинается с каждого из нас. Компания «Газпром Добыча Ямбург», как ответственный недропользователь, неукоснительно соблюдает требования в области экологической безопасности и с заботой о будущем ведет поиск максимально эффективных инструментов для вовлечения всех работников предприятия в активную деятельность по сохранению природы. Результатом этой работы стал корпоративный проект «Культура экологической безопасности», которая включает три ключевых направления – снижение техногенного воздействия производства на окружающую среду, реализация природоохранных проектов и вовлечение работников компании в экологические инициативы, формирование у персонала приверженности экологичному поведению через принятие экологических ценностей компании «Газпром Добыча Ямбург». Экологичность – наше правило.